На главной арене Дворца спорта «Триумф» прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе «Грэпплинг». В течение двух дней за призовые места состязались более 800 борцов из разных регионов России. За ходом турнира, который является отборочным на первенство Европы, следила наша съемочная группа. Да на нее иди, говорю! Вот! К этому дню спортсмены усиленно готовились. Если обычные тренировки проходят три раза в неделю, то перед этим турниром стали ежедневными. Соревнования по грэпплингу такого уровня в Люберцах проводят впервые. Я знаю не понаслышке, уже очень давно, что в принципе здесь очень хорошая школа именно спортивной борьбы. Первый раз за историю нашего вида спорта грэпплинга включили именно в состав, то есть первенство Европы. До этого у нас было только первенство мира. Несколько возрастов у нас на данном мероприятии участвуют. 18-19 – это самый старший возраст. И 11-12 год рождения, 12 лет получается, это самый младший. Мы рады, что Федерация грэпплинга России выбрала нашу площадку, одну из лучших в Подмосковье, для проведения соревнований такого уровня. В Люберцах у нас нет Федерации грэпплинга, есть ребята, есть секции, где занимаются. Но глава у нас за спорт, мы знаем, Люберцы – территория спорта. И Владимир Михайлович прикладывает все усилия, чтобы развивался у нас как можно больше различных видов спорта, в том числе единоборств. Борьба проходила по определенным правилам с применением захватов, бросков, переворотов и подсечек. Спортсмены показали высокий уровень подготовки и зрелищные поединки, вырывая первенство за счет техники и силы духа. Давай, давай, давай! Давай! Давай, давай! Хорошо! Эмоции очень хорошие, очень сильно переживал. Соперника увидел, все, что-то такое. Мандраж, страх появился сразу же. Ну ничего, набрался сил, поймал на ошибки и забрал. Ну мне главное, что я добралась на первенство Европы. Вот. Это как бы основное. Выступлением довольна. Грэпплингом занимаюсь с самого детства, с лет 6. Вот. И потихонечку у нас как бы не сильно это развито. Вот. Мы первые в часе, кто... Клуб наш первый, вот, и мы потихонечку с моим тренером, шажочками маленькими идем. По результатам соревнований будет сформирована сборная команда России. В мае спортсмены представят нашу страну на первенстве Европы, которое проведут в Греции и Азербайджане. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.